Игровой канал Ивана Фолиота представляет. Всем большой привет, дорогие друзья, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. DLS Batman Arkham Knight под названием «Красный колпачок». Просто «Красный колпак», история, вернее, «Красного капюшона», по-моему, или как там, «Красного колпака». Неважно. Но да, это тот самый Джейсон Тодд, который таки помог Бэтмену освободиться из лап пугала. И, блин, мать его за ногу, он тут просто все безжалостно начинает кромсать пистолетами. Крови, естественно, никакой нету. Я теперь понимаю, почему крови не сделали разработчики. Потому что с кровью был бы рейтинг какой-нибудь другой возрастной у игры. А так все простенько пошмалял. Никаких последствий это не принесло. Но это прикольно, кстати. Не знаю. Стоп, хотел его об решеточку. Не знаю, чем боевая механика-то особо не отличается. Да, но у всех... Не, ну стилистика боя, конечно, у всех своеобразная. Ну, сальтухи он, кстати, круто и выделывает. Я имею в виду... этот самый, как вот... Есть парочка только уникальных своих каких-то приемов. В принципе, по большому счету, все то же самое, что и у Бэтмена. Опа, даже перековыркивается через них, он одинаково. Ох, теперь электрифицированных прислали. Ну вот единственное, что хорошо... Их можно просто дробить, шмалять, и они дохнут. И это хорошо. Это вам не Бэтмен. И он, кстати, просто так-таки брутально все это делает. Меня радует. Делейсик это совсем прям коротенький, тут на 11 там с хреном минут. Как вы можете догадаться, колпачман наш... Как ты классно промахнулся-то, а? Колпачман наш охотится за этим, за черной маской, за бандюганом, который был у нас ярко выраженным нашим врагом Batman Arkham Origins. Бэтменовским я имею в виду. Видите, у него тут тоже, смотрите, красный только бэтменовский знак. Что бы, правда, он означал, я не знаю, ну ладно. Бум. Вот это да. Как истинный тамплиер Хейтем Кенвей поступил. Выведал информацию и... шлепнул, чтоб языком не трепал, да? Ну а здесь нам, конечно же, предстоит охота сверху. Ну давайте посмотрим, как это выполняет Джейсон Тодд. Что это за место такое непонятное. Но все они вооружены и крайне опасны, да, друзья, это наш. Я надеюсь, ты их не будешь шмалять-то. Ой, что, меня засекли, что ли? Так, ну-ка. Нет, наверное, просто музыка. Интригу подогревает. Слава богу, не Харли Квинн. Тихо, тот тут синенький, он чё? Он какой-то борзой, что ли? Бронированный? Ну и чё мы стоим? Можно ж подобраться. Фу. Вот не надо медлить никогда, друзья мои, как я сейчас это сделал. Едва не попался. Что, спалили уже все? Давайте наверх. Не, еще не спалили. Господи, зачем такую музыку туда стрёмную пускать? И тоже у него прям крюк есть. Все прям по-бэтменовски. Только Харли одна. Акробатические этюды вытворяла. Прыгала выше башки, там, не знаю, метр на 4 спокойно.
и все хорошо у нее было. Так, еще один бронированный. Здорово. Как он? Шейку как воробью сломал. Конечно же, их дохренища. Ну, хотя не так дохренища, как у женщины-кошки было. Но нам еще потом за Bad Girl предстоит играть. Вот там-то будет ДЛС, так ДЛС. Ну ладно, пока не о нем не будем забегать вперед. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, пошел. Скажи спокойной ночи. Мне прям даже шепотом говорить хочется когда-нибудь. А ты труп своего другана не хочешь в окно заметить, не? Ну, не хочешь, как хочешь. Тоже комментарии свои предлагает к прослушиванию. Так, лучше, конечно, верхних в первую очередь посрубать. Оп. Как-то все прям по-простецки получается. Не в моем духе, то я обычно косячу. Зачем эти бомбы, кстати, нужны, я что-то так и не понимаю. Эти гранатки, я имею в виду, что-то мне так с ними не удается попользоваться особо. Наверное, тоже домовуха какая-нибудь, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Быстренько-быстренько за коробочку. Но музычка прикольная. Фу. Все, последний. Ну, вообще лошара. Rethink your answer before I fill you up with lead. Downtown, his office. But you ain't gonna get him. He knows you're coming, freak. Тоже не жилец, да? Холодец. Тоже не жилец. Ну, что поделать? Вы должны быть готовы к такому повороту событий, друзья мои. Если вы думаете, что Бэтмен всех не убивает, это про остальных. Остальных это может не касаться, да-да-да. Ох ты. Ну, смотрит он, конечно, круто в своем колпачке. Он прям ассасин такой, с пистолетами. Я его тамплиером был назвал. Ой. Ой. А че это ты не это, не умер-то? Я ж по тебе. Да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Опа, отцы от троих. Тоже красиво. А вот и, собственно, босс. Сейчас у меня наверняка будет полоска жизни. Опа, первый пошел. Как он амплитудно пользуется-то? Ого, слушайте, прикольно. Только что-то как-то совсем у него прям мало хп. Это у него что, там бронежилет какой-то напялен, что ли? Фух. Что-то я не пойму. После уворота, да, видите, он наводит это самое, надо увернуться. Как прям Нео. Аки в Матрице. Ух. Ты пристрелил хоть его, или он сейчас встанет? Пристрелил вроде. Ну хоть здесь игра правдоподобна, когда пулю в лежачего в бошку стреляет, даже одну. Вряд ли человек уже поднимется. А эти, кстати, друзья, его прибывают сюда в неограниченных количествах. То есть пока вы его не убьете, этого самого увлекся. Представляю, как больно пистиками по щам получать. Да, что прям совсем пистолетами у него немного отнимается. Надо копить, короче, я так понимаю, нам комбо-брейкер наш. Комбо-брейкер. Не так, он в КС, да, так кричат? Я совсем уже старый стал. Никакой КС уже давно не играю. Ой, слушайте, а так, по-моему, как-то, мне кажется, эффективнее с ним разбираться. Или нет, у него вообще не отнимается ничего. Ну-ка, ну-ка. Ты гнида. Лови вдогонку, и сразу же я получаю по щам.
я увлекся. Лежать. Блин, такое ощущение, как кого-то из дробовика стреляет. Ну-ка. Видите, не дает он, короче. Я нажимаю на альт-единичку, чтобы добить, а он, короче, типа уворачивается. Видите, отталкивает нас. Печалька. Надо какие-то другие способы искать. Лежать. Блин, да что ж такое-то? О, новые приплыли. Типа меня ранил, что ли, или что? Ой, хорошо. А если мы тебя так попробуем отхлестать? Ой, слушайте, здорово. Вот так и было надо с самого начала делать. Короче, да, оглушающим сперва приемом, потом начнем по нему серию, да, вот этих вот сокрушающих просто ударов. Опа. Все, подвис. Да-да-да. Не надо нам ездить по ушам, дружок. Друзья мои, я надеюсь, что вам все понравилось. Коротенькая про DLS. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Скоро увидимся в следующем DLS. С вами был Фолиот. Всем большое пока.